В МВД России придается большое значение работе по изучению общественного мнения. Согласно закону о полиции, мнение граждан является сегодня одним из основных критериев оценки деятельности органов внутренних дел. С целью дальнейшего мониторинга, чтобы узнать в целом, каким образом реагирует полиция на проблемы всей области. Вместе с представителями общественного совета сотрудники управления МВД в сопровождении участковых прошлись по улицам Десногорска и предложили встречным прохожим ответить на три вопроса социальной анкеты. Полученные в ходе исследования результаты будут проанализированы и учтены при принятии руководством Министерства внутренних дел решений по повышению эффективности работы полиции.